В Елабужском институте КФУ началась смена интеллектуально-оздоровительного лагеря «Интилето». Ее участниками стали 130 ребят из Елабуги, Набережных Челнов, Казани, Москвы и Санкт-Петербурга. Торжественное открытие смены состоялось 15 июня. На площади перед институтом ребята и вожатые устроили целое представление – веселые танцы и песни, забавные сценки. Тематика смены – космические приключения. То есть наш экипаж «Интилето» отправляется в космические приключения. Я надеюсь, что эти приключения детям понравятся и останутся в памяти. Каждый выбирает занятие себе по душе. Кто-то изучает робототехнику, математику, другие – физику, дизайн, краеведение. Мы проходим практику первый раз, и это огромный опыт для нас – работать с детьми, помогать им делать разные поделки руками, разные красивые предметы. Их улыбки, их радость, они очень довольны, что и радуют нас. Это для нас большой опыт. Я здесь первый раз, я не жалею, что я сюда попала. Мне тут очень сильно нравятся уроки математики. Я здесь научилась одному фокусу, и я покажу всем своим друзьям, и они удивятся. А мне понравилось на робототехнике. Мы там делали роботов и машинки, и играли в гонки. День интеллетовцев расписан по минутам. Кроме уроков, они посещают интересные мастер-классы, участвуют в творческих конкурсах и спортивных играх. Я хожу уже сюда не первый год. Каждый год что-то новое. Например, в этом году я научилась собирать полностью кубик Рубика, а то раньше собирала только одну сторону. Еще мы ходили в музей, я узнала про династию Стахеевых, а еще здесь вкусно кормят. Смена закончится 1 июля. У ребят еще много впереди научных открытий и творческих побед. Анна Глазунова, Влада Гильмулина, Денис Сипайлов, Универньюз.